Вступай во фракции. Будь в банде. Крутые тачки. Аризона 5. Сервер Liberty. Промокод Лахма. Вступай в нашу семью. Ссылка в описании. Эй, дура, оденься, да? Есть да здесь нормальный доктор юридических наук? Смотря что вам надо. Таблетку просто, ничего такого, ты понял? Сверхъестественно. Молодой человек справа. Молодой человек справа. Ты да это? Я. Это я. Ты дурачок, что ли? Зачем такие волосы отрастил? Я сзади. Ты дурак, что ли? Ты зачем волосы сбрил сбоку, скажи, да как братух? Да меня чего взял, побрил. Все, понял. Таблетку вот это, да? Можете маску снять? Немного требуешь, молодой же. Противопоказания имеются. И показания, мы что, в суде, что ли, да, это табы? Ну, противопоказания есть какие-нибудь? Я тебе же сказал, какие противопоказания, ты моросишь. Ты ему городу лирику пихаешь, ты сейчас не можешь выручить, что ли, дурачок, блядь. Это барыгу знаешь, барыгу. Который там стоит? Табы, а, барыгу. Салам алейкум, Кардашьян. Алейкум ассалам. Эй, пацаны, коротко расскажите о мероприятии. Что здесь происходит? Что мы будем делать? Ментами разговор будет. Ментами разговор. Переговоры. Это вообще что-то новенькое, честно сказать, ребята. Ты что, обидно, да? То, что повидло подорожало. Имба, да, минут 70 собираться ждать 5-минутный хипич с двумя ментами. Лахма, ты что за тигр? Ты что, хочешь сказать, что я животное, что ли? Алейкум салам. Лахма, будешь с нами участвовать в этом, в переговорах с Гоской? Ну да, можно, да. Все, вот. Значит, сейчас все ребята, которые здесь находятся, сейчас вас расставят по позициям. Я, Сираджидин и Лахма будем на переговорах. Все остальные заняли позиции и ждете информацию. Ни одного выстрела не делайте, пожалуйста. Короче, если что, я Сираджидинов Лахма, да? Вы готовы? Да. Ты можешь как-то госикам сообщить, чтобы к этому КПП, потому что у меня приняли вызов, наверное, человек 5 и вообще ноль реакции. Да. Да, это вайпер. Да. Вайпер ты? Да, да. Ты чё чёрт тогда, когда на тройке играл, здесь как чёрт играл? Чё? А, я понял. Я не играл в доту, отстань. Что ты накидываешь, дурачок, здесь? Ты же через первый скилл уже скрипам не давал подходить. Да как хотел, так и надо. Какой ты чёрт, а где ты сейчас находишься, скажи, да? Да я б тебя плевал же, так чё ты сразу? Где ты, скажи, да? Да какая разница? Так, какая здесь разница? Я в городе. В городе где именно? Подъезжай сюда за город, да, где камер нету, никого нет, чтоб я тебя в натуре здесь поплювал. Да ты в доте не выйдешь, тут думаешь получится. 15-минутного героя взял, потом по игре потерялся же ты. Ну было и что? Было. 9 часов наиграно, что ты хочешь? 9 часов у тебя наиграно? Да. Для киберспорта. Ты где сейчас, скорее, да, просто мне натуре интересно сейчас стало на твое лицо посмотреть, чепушиное, зеленое такое, вайджи. Ядовитое. Да я плюну, ты расплавишься, успокойся. Ну давай, подъезжай, да блин, да что ты тоже в натуре пугаешь, что ли? Че ты хотел, просто доебаться по доте, и все. Ну тебя как зовут? Ну там же имя было указано. Ну как, Вайпер? Имя там указано. Ну какое имя? У тебя фамилия, что ли, Вайпер? Да. Ну ты же черт получаешься же. Вообще не получается. Как не получается? Ну вот так. Эй, ты продаешь гараж, да, дурачок? Я пошутил и все, да, что ты... Нет, не продаю гараж. Бушила, я тебя все равно поймаю. Ну давай, найдешь по пизде. Я тебе сейчас через какую-нибудь тёлку наберу, выцеплю тебя, прикольно, что я с тобой сделаю, дурачок. Давай. Давай. Алло. Ты откуда, говорю, будешь? Приветствую. Алло, Илья, это ты, да? Да, я. Ты, да, это ошейники покупаешь для животных? Да, я покупаю. А зачем? Ну, приручать их. Приручать твоих животных, да? Да. Люблю животных очень. Поэтому их на ошейник сажаю? Ну, я ошейник приручаю, и они со мной ходят. Ты ошейник приручаешь? Нет, на животного одеваю ошейник. А зачем на животное? На тебя, если сейчас я цепь одену, тебе понравится это? Зачем ты мне позвонил? Мне надо купить зачем ошейники. Зачем ты на животных тебе... одеваешь ошейники? Потому что мне надо завести животных. А если мне надо будет завести человека, что мне теперь к тебе с цепью приходить? Не знаю, как хочешь. Еще раз я увижу, убери сейчас объявление, это немедленно, а то тебя найдем. Не обязан я ничего убирать. Не обязан, да, значит? Да. Ты не боишься? Нет, не боюсь. Вообще, то есть не боишься? Нет, не боюсь, что ты мне сделаешь. Убьешь один раз, молодец. То есть тебе все равно, да? Да, мне вообще пофиг на тебя. Тебя же сейчас откинут за ПГ, дурачок. За что? За ПГ. Ты не боишься. Что я не боюсь? Ну, то, что я тебя могу найти. Алло, ты да это? Да, я продаю дочку. Золотую, да?
Да. А что, поехали сейчас ювелирку посмотрим, пускай проверят, золотая она или нет. Не понял. Нет, в смысле, зачем ювелирку? В смысле, зачем ювелирку? Ты же говоришь, золотая она, а как проверить ее? Какая проба? Какая проба там? Не знаю. Как ты не знаешь? А цена какая? Он подъехал, да? Эй, давай, да я тебе перезвоню, ты что, моросишь, что ли? Так, тебя как зовут? Риза. Риза, да? Я Сиражудинов, Роман Медузович. Ты представляешь, что сейчас я с собой сделаю? Да. Ты можешь еще представить, скажите, ты что, мне в сердце заглядывал, что ли? Ты что, дурачок? Еще раз, что? Подождите, я вас не понял. А пожалуйста. Зачем ты таскалась? Я это по привычке таскал, извините, пожалуйста. По привычке. Тебя что, любимая девочка что-то попросила и сделаешь, или что ты по привычке да сказал? Чепушок. Нет. А зачем ты дакаешь, бывает же, не расслышал вопрос? Я хотел попросить заново вопрос. Спросить ты хотел? Да, спросить вопрос. Ты вот спрашиваешь вопросы, да? Ну, можно еще раз вопрос, который вы мне только что задали? Ты спросить вопрос хотел, что ли, или что, я не понимаю? Ты накурился, что ли, или ты под грибами, дурачок? Ты табы захавал, что ли? Тебя не отпустило еще, или ты на хумарах? Нет. А, что с тобой? По-моему, ты какой-то плохой переговорщик. Ну, я в роли переговорщика. Кто тебя отправил на переговоры? Можно, пожалуйста, узнать ваши условия? Требования? Да, требования, условия. Ну смотри, мы хотим очень много денег маленькими купюрами. Я думаю, у вас такая сумма найдется, там, не знаю, в мэрии где-нибудь возьмете такую сумму. А также хотим, сколько у нас? Очень много кур-гриль и 40 натуральных соков. Разных вкусов. Нормально. Ну, сумма 500 тысяч долларов. А выкуп сколько? 500 тысяч долларов мелкими купюрами. Да, все верно. На заложники есть? Заложников пока что нет, но может ты им стать, если хочешь. Угу. Нет, не хочется. А чего тебе хочется, могу скажи, я... да, чего тебе хочется? Могу ли я отойти и спросить у людей, с которыми я приехал, есть ли... Что есть? К вам другой переговорщик придет. По рации узнаешь, у тебя же рация есть с тобой 100%. Сейчас я напишу, извините, пожалуйста. Так, опустил руки. Могу ли я здесь? Ты могу ли ее знаешь, да? Сотрудники, можете, пожалуйста, нового переговорщика, я отправлюсь обратно. Много. Переговорщик пути. Пути? Да. Где вы находитесь? Переговорщик, где вы находитесь? А где именно? Он бежит. Бежит? Угу. Алло. Ты стой тут пока что, на мушке будешь. Да-да. Ты да это гараж продаешь. Апартаменты, скорее. Апартаменты? Да. Тебя что, как зовут? Сора, да? Да. Ты что, поссориться хочешь? Нет, не хочу. А что ты тебя так назвался бы? Тебе какая разница, с кем я разговариваю, дурачок же? Интересно, извините, пожалуйста. Интересно. Сейчас я тебе номер скину этого человека, пообщаешься. Хорошо. Слышишь, да, ссора? Слушай. И что, почем твоя хата? Сколько комнат там, квадраты? Комната там одна. Одна комната, ну, еще туалет есть отдельно. Еще бы там туалет, а не... Почем продаешь? А, по стоимости 400. 400 рублей? Алло. Алло. Слышно? Слышно, слышно. 400 тысяч долларов, говорю. 400 тысяч долларов за однокомнатную квартиру, да? Да, и гараж в придачу. Ну, там место на парковке. Так это гараж или место на парковке? Ну, по сути, место на парковке. Но там общее у всего, у всех апартаментов, там все паркуются. На этом месте, да? Ну, и не на именно, там именно будет отдельно свое одно. Что за именно? Ты именно знаешь, да? Именно, не знаю. Я говорю, именно одно место будет, ну, владельца. Я думал, ты именчика знаешь. А также 500 тысяч долларов мелкими купюрами. Все понял, я тебе перезвоню. Виктория полностью отсыплена, еще раз говорю, полностью. Алло, Олег, это ты? Да, да, это я. Тактаров? Че-че? Я говорю, какой Олег, Тактаров? Нет. А какой? Фруктовый. Фруктовый? Да. Только на Олиде. Че звонишь? А че ты объявление выставил, если че звонишь, гей? Такое объявление. Такое, да, фруктовый Олег ищет себе. Так я объявление, я сотрудник, я не... Короче, отправитель Наполеон там был. Че за сотрудник? Я сотрудник Weasel News. Да, я корреспондент. Weasel News? Именно. Ты с News скидывал, да, когда-нибудь? Да-да.
И что, тебя раскурманивала она? Ну так, немножко. Ты вот так любишь баловаться, да, такими вещами? 100%. А еще покрепче ты баловался когда-нибудь чем-нибудь? Да не. Только снюс твой максимум, да? Да, говорю, да. Ты вот так любишь снюс закинуться и всякие объявления выставлять туда, да? А ты как думаешь? Да я, честно сказать, вообще же не думаю. Ты знаешь? Что знаешь? Ну ты не думаешь, ты знаешь. Да не, откуда мне знать, если от меня это скрыто. Ты сейчас вкинутый, да? Не, я откинутый. Откинутый? Да. Что делаешь? Расскажи да сейчас обстановку вокруг себя. Ну, в принципе, сижу там. Не, не сижу, лежу. У кого лежишь? На скамейке. У скамейки? Не у скамейки, а на скамейке. На скамейке. Вот ты на туре извращен. Ты прикалываешься с таких вещей. Баки. Подожди-ка, я сейчас перезвоню. Алло. Хорошо. Ничего дома. Алло. Алло, Джонни, это ты? Да. Джонни Голд? Да. Тебя же убили. Кого, меня? Не, да. Меня не убивали. Как не убивали? Кого тебя убивали? Же из Астанского завалили тогда, нет? Не, я разговаривать пришел. Куда пришел разговаривать? Эй, чепушил, отойдите у меня, серьезный разговор. Эй, ты в натуре Джонни Голд, да? Да, да, брат, да. Тебя же убили, нет? Брат, ты путаешь. Как путаешь, брат, я же видел, я же плакал еще над тобой, брат. Не обессудь. Что не обессудь? Ты знаешь, может это не ты, Джонни Голд? Может, брат, может ты перепутал. Перепутал, я просто не догоняю, да, я не догоняю просто. Как не догоняю? Ты хоть знаешь, в честь кого тебя назвали, брат мой? Нет. Знал бы, ты тоже заплакал бы сейчас. Почитай, брат, обязательно. Почитай, узнай. Автобиографию сейчас забей в гугле, кто такой был Джонни Голд. Хорошо, брат. Зайди на лучшее с Лохмаджу, посмотри Джонни Голда все серии. Сейчас посмотрю. Видишь, 13. Вот сейчас посмотри, вот сейчас, брат. Вот сейчас все оставь, убери телефон, все. И начни смотреть просто, брат мой. Тебя убьют в конце из Астанского. Алейкум салам. Давай. Алло, Егор, это ты? Егор, это ты? Да, это я. Крид? Все знают здесь. Чего? Егор Крид? Слышь, мохнатый. Бал, не звони сюда больше. Ты Егор Крид или Егор Крид? Иди помойся, сука. Ты дурачок, что ли? Алло, да, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Это Алина Зайцева? Нет. А кто? Надо еще по какому вопросу вы звоните? Понять, пока я же должен знать, с кем я разговариваю. Это Зайцева или Волкова? Второе. Кто второе? Алло. Ты не адвокатная, что ли? Нет, я не адвокат. Как понять, не адвокат? А кто? Ну, я не являюсь адвокатом. А кем ты являешься по жизни вообще? Какой статус у тебя? Сотрудником ДМВ. БМВ? ДМВ. Что за БМВ? Есть машины, да, новые там в салоне у вас? Вы недавно ждали, у вас еще нет лицензии? Приходите в центр лицензирования. Алло. Алло, кто это? А это кто? Это? Они мне заблокировали все. Представляешь, скоро здесь все объявления. Алло, это Тойота, да? Нет. А кто? Ну, может, Тёма, не? А не Тойота. Ну, если Тёма, там же в объявлении было написано Тойота. И Тёма. Там же в объявлении Тойота. Ну, звоните Тойоте, в чем проблема? Не, я же тебе набрал, дурачок, ты меркантильный весь. Да ёма, а чёма, приколи тебя. Алло, что такое? Чё такое? Кто звонит? Кто звонит? Звонят люди тебе, да? Отлично. Что вам надо? Шоколада. Вы втираете ракеты? Эй, Ли, ты слышишь, да, меня? Слышу, да. Что такое? Ты где находишься? В сетке. Где? В сетке. А что такое? Да ничего, здесь сейчас мы устроим, хотели тебе на зубы скинуться. О май, я такое люблю. Серьезно, Скрит, а что ты еще любишь? Скорее всего вас. Ты дурачок, и фибов, которые сажаешь. Фибов, которых сажаешь? Да. А что такое? А кто ты такой, что фибов сажаешь? Самое офигенное, это фибов сосет. Са чё? А? Не понял. Ну, только что посадил человека фибов. Да не говори, да. Говорю то, что говорю. Да не говори, да. Вопросы имеются и... Карр, это ты, что ли? Алло. Подъезжай сюда сейчас, Загар. Куда? В Загород. Пока в Тусане. А где ты сейчас находишься? Я сам подъеду. Где? Садок, федеральная тюрьма. Он в федеральной тюрьме. Ты над за слова отвечаешь, что ты там? Включи видеозапись. В смысле? Ну, видео включи. Не умею, к сожалению. Вот ты вот где сейчас стоишь, еще рядом с тобой? В федеральной тюрьме около ворот.
Федеральная тюрьма. Внутри ты у тебя вот сейчас посадили, да, туда прям? В смысле? Я работаю в федеральном тюрьме, и что? И вот прям в федеральном тюрьме работаешь, да? Так точно. А кем ты работаешь? А, я этот, как там? А, я принимаю людей. Люди принимают таблетки, ты принимаешь людей. Да ты что за людоед здесь? Ну, тут то, что хотите говорить. Давай всех гостников рассулим и по городу тоже так же рассулим. Я пошел говорить там со Свибом, а то он там кайфует, плачет. Все, давай, скоро подъеду. Давай, скоро, люблю его. Давай, давай, дурачок любит он меня. Я вас люблю, давай. Давай, давай. Алло. Эй, Яшар. Ау. И в натуре жизнь Яшар, бывай. Как ты? Что случилось, Лахма, брат? Нормально ты? Нормально ты же. Ничего не случилось, бывай. Ничего не случилось. Что-то должно было что-то случиться, да? Ну, обычно ты мне звонишь, что там дом купить, то что-то... Что, кого-то выпустить, понял, просто. Обычно звоню, чтобы что купить? Помнишь, когда я еще министром финансов был? Ага. Вот, бизнес хотел купить, типа, шаурмичную, брат. Вот я про это говорю. Ты Яшар или Ясир, жест? Яшар, брат, я с Азербайджана. Яхшанлар, братан, жест, яхшанлар. Ты азербайджанский знаешь, да? Ну, не сильно, я в Азербайджане даже ни разу не был. Из-за финансовых проблем. Что, давай скинь номер карты, я тебе бабки сейчас отправлю, поезжай тогда тут. Да не, брат, не надо, Адуш. Так ты сам не хочешь или финансовые проблемы тебе мешают это дело? Так я хочу, но не надо, брат. Сам как-нибудь накоплю, уменьшил. Что-то ты никак не хочешь, боже, как я заметил, нет? Эй, а помнишь, да, как ты на нас мусорнулся? Брат, я же говорю, не мусорнулся, они приехали, кнопку паники кинули и все. Сами приехали, да? Меня убили, потом добили и все. ЧВКшник, вроде, добивал, если ты про это. Да-да-да, я про это. А ты сейчас где находишься? Я сейчас вот около Вайнвуда заправочка, брат. Вайнвуда заправочка, брат, да? Оно так и называется, брат? Или ты мне сказал сейчас, брат? Алло. Я тебе сказал, брат. Ты мне сказал, брат? Да. А чё я тебе поводовал, мне брат говорит? Всё, не буду. Ты в натуре жизнь 2 дня с мусорами двигаешься, 3 дня с ЧВКшниками, а и потом мне вот так брат кричишь, да? Я с ЧВКшниками двигался. Эй, Яшар, слышишь, да? Я же тебя лопну при встрече, слышишь? Твой же шар никогда не взлетит больше. Зачем ты такие вещи делаешь? Ну ты где, скажи, там находишься? Давай да увидимся, пообщаемся с глазу на глаз. Яшар! Алло! Яшар! Сейчас еду там, где возле шерифки бар. Что, давай увидимся, да? Давай, без проблем. Подъезжай да за мной, Яшар. А где ты? Вот где это я? А что, ты не знаешь, где я, да? Сейчас нет, ты мне не говорил, брат. Блин, мы где находимся сейчас, Артём? Мы сейчас находимся, брат, на самой правой трассе, возле крючка. Не, ну это точно же место как-то называется. Ну, Department of Мусорс, брат. Department of Мусорс. Салам алейкум. Ва алейкум, салам, ше. Есть где мусорское здание за городом вот здесь? Ага. Старое здание ФИП. Вот сюда подъезжай да здесь. Ладно, ладно. Подъезжай да сюда, Яшар, брат. Здание ФИП или что? Здание старое ФИП, помнишь, да, где был? Не, здание старое ФИП, я не знаю. Что ты можешь знать вообще, скажи, да, как, братуха, ты во всех мусорских органах работал. Где крючок, видишь, на трассе бургерная, а, и у, и вот это место, где озеро еще на трассе. Где крючок справа, бывает же. Где сумка слева, же есть. Купщик драгоценностей 3 из 3 направо от него, же есть. А, ну все, тогда сейчас подъеду. Давай, я тебя жду здесь. Проезжайте! Эй, а так это что за работа, Мишел, так сидишь, у них еще телеки бывают, ай, уй, по телефону жужжишь, там что-то шоколадки хаваешь, чай мазываешь, это имба. Это шкипера работа мечты, жесть. Но мне кажется, через лет 10-15 вот так и закончить, жесть, где-нибудь в какой-нибудь будке, жесть, пригородной Москве. Это его в прилучших его условиях. Садок. Эй, садок что такое? Садок что такое? Федералка. Федералка. Так, молодой человек, здесь, во-первых, не курят, во-вторых, покиньте служебную территорию. Алло? Алло, это ты, да? Владимир, который собрал на 3-й минуте на траве. Да. А зачем ты, Владимир, собрал, скажи, да? Чё, подожди, сделал еще раз. Владимир, зачем ты собрал, скажи, да, как бы? Собрал чё? Владимир, ты, да, Владимир? Да. Ну, зачем ты собрал, Владимир? Собрал Владимиру? Да. Просто так получилось, ситуация такая была. Ну, он же вообще там не залетал вообще, под кого ты его собирал? Это, честно, бред несешь про полный. Брэд Питта знаешь, да ты? О, все, господи, ты что, пьяный, что ли, братан?
Мысли пьяные, ты что меня сейчас в чем вообще обвиняешь? В алкоголизме, что ли? А кто ж тебя знает, какой ты там достаточно? Звонишь мне, звонишь, что-то про меня у меня спрашиваешь. Мысли про тебя у тебя, ты что вообще говоришь? Ты все, чеченский брат, давай. Нет, я обсадился, да, Андрюха. Садился? Правильно, правильно, осади. Лахма, ты чё, рюмку тяпнул или чё, я не догоняю? Опа, подожди, мне сообщение пишут. Тут ты чёрт, да, наверное? Эй, выезжайте, я сам поеду. Алло. Да, да. Ты дурачок, что ли? Мне опять сообщение написали, подожди. Да ты чё? Лахма, я приехал. Ты приехал, да, поехали. Эй, выезжайте, куда я доеду потом. А поехали куда-нибудь по городу прокатимся, да? Алло. Алло. Это ты, да? Да, это я. А это ты, да? Да, это я. Все, я тебя понял. Ты где находишься приятно сейчас? Приятно познакомиться. Да? Мне с тобой вообще, честно сказать, неприятно. Где виза, чё? Везлы, Визл Ньюс. Где Визл Ньюс? Ты прямо сейчас там стоишь, да? Да. Ты же прямо сейчас там лежать будешь, если я туда подъеду. Да, подъезжай. Давай, там стойка, сейчас я туда подъеду. Можешь объявление подать. Ты звонишь? Не, мне чё объявление? Ты где Визл Ньюс стоишь, да? Да. Ты где Визл Ньюс лежать сейчас будешь, если это в лучшем случае, если даже одну букву не менять на «и». Ты удаливаешь, что чеченский акцент армянский сделай. Ты чё на туре бурагузишь, ты армянский, там, да? Армянский, давай, армянский. Ты там стоишь, да? Да, там. Только ты, я с тобой буду разговаривать, когда ты армянский акцент будешь использовать. А ты чё, с акцентов прикалываешься, что ли? Мне просто армянский больше нравится. А чем тебе не нравится чеченский, скажи да мне, чепуха? Я не говорю, что мне не нравится, просто армянский мне больше по душе. А? Чеченцы, они какие-то грозные, прям такие. А вот армяне такие добрые мужички. Ты вот так по нациям определяешь, кто добрый, кто злой, да? Нет, не по нациям. А как ты же говоришь, там, чеченцы злые, вот там, смотри, эти, вот ты такие... сейчас чеченским акцентом разговариваешь, откуда правильно? Откуда ты знаешь, каким акцентом я разговариваю, скажи, да? То, что ты себе напридумывал, там, это вообще при чем? Ну как при чем? Вот так при том. Это ты, да, вот такая чепушила стоишь там, да? Где ты, скажи, да, где Визл Ньюс? А ты найди. Я-то тебя по-любому сейчас найду, по-любому по номеру телефона. Да. Ну где ты? Вот я подъехал, ты же такой мужчина был у нас. Давай, выскочи как мужчина, за базар ответь свой. У кого там злой акцент, у кого плохой, ты сейчас за всю нацию, что ли, говорить будешь, дурачок? Где ты, скажи мне? Да ты мимо меня уже 5 раз прошел. Вот возвращаешься. Ну иди сюда, встань, что ты возвращаешься, не возвращаешься. Подойди лицом к лицу, поговорим, да? А ты меня догони. Это ты, да, мразота? Что, слабо, что ли? Подожди, конечно, я договорю слабо по телефону. Слабо догнать? Черт, тебя как зовут? Ты к кому так обращаешься? Я к тебе обращаюсь, чепушила жесть и конченая. Кто чепушил? Пойдем один на один, отойдем. Ты Москву с лица, пойдем за угол, отойдем, здесь камеры, пойдем, да. Мне еще паркинг продавать, ты подожди сначала. Продашь, пойдем. Ну пойдем, ты же мужчина, ты же должен за свои слова ответить. Пойдем я и ты один на один. Ну сейчас пойдем. Я продам, сейчас я пройду, подожди. Ты что начинаешь, что ты начинаешь свое лицо показывать? Пойдем, отойдем я и ты вдвоем, ты же что-то качал по телефону. Вот я приехал к тебе за города. Ну пойдем, отойдем за угол, где камер нету. Пойдем. Салам алейкум. Алейкум салам. Сколько там, я забыл? 50, да? Да. 60. На эту барыгу смотри, да выбери теми висками, как братуху беспалево лирику пихает здесь, бываешь гражданам этого города. Без лариски только давайте, пацаны. Половина города тихо пихнул, виски сбрил и ходит здесь, что-то качает по телефону. Сейчас. Все, душа. Пойдем. Тебе что, тебе тоже продать, да? Пойдем. Жужжать это твоя коронка. Наша коронка это делать. Пойдем, отойди. Зачем? Не стреляйте, ребята. Зачем? Идем, отойди. Что? Не знаешь, где ЗЗ, что ли? Отойдите, пацаны, уезжай отсюда, сейчас тебя откинут вообще за то, что такие вещи делаешь. Уйди, говорю. Идем, отойдем. Зачем так? А что ты с собой? Что ты с собой кентов-то вызвал, а? Я никого не вызывал. Пойдем на стройку, отойдем вдвоем, да что ты тоже, тебя никто не тронет, из-за этого не бойся. А что, тут боишься, что ли? А здесь нельзя ничего делать, здесь нельзя, здесь камеры. Почему нельзя? Потому что здесь камеры. Какие камеры? Ты где камеры? Иди сюда, подойди сюда. А, да? Найди мне камеру, покажи. Давай, иди сюда. Что она делает, Да суета я, как братуха сходя. На него почему не наводится прицелы, как братуха? Скажи, как братуха. Что делаешь, дурачок, что ли ты? Все, я полицию вызываю. Иди сюда! Все, полицию вызываю. Здорово, чуваки.
откинь этого дурачка же из за разжигание межнациональных конфликтов, блядь. Это серьезно говорю? Его тоже откинь на 20 дней за то, что он когда не был, сказал, да я ж чудо, поехали.